Ребят, вот негрол набрал шприц 20-кубовый. Трубка зашла аж где-то вот сюда. И сейчас буду, вот видите, я ее сюда в отверстие загоняю. А ну подержи. Сейчас покажу, как я буду вот давить потихоньку. И вытягивать нашу с вами трубку. Потом можно будет негрола набрать еще в шприц. Трубку не спешить вытягивать. Вот так направляем ее. И потихонечку. Вот. Негрол выдавили. Теперь набираем еще раз негрол, шприц. И опять туда загоняем. Ребят, набираю вот стаканчик в одноразовый негрола. О, набрал 20 кубиков. Теперь тряпочкой вытер аккуратненько. Сюда вставляем нашу трубочку. Трубочка аквариумная обычная. И вот давлю, третий шприц пошел. Давлю и плавно тяну на себя. Пошел. То есть три шприца, я считаю, тут с головой хватит. Вот так. Пока трубка не выйдет. Трубка где-то метровая длины у меня. Вот так. Это уже какой? Это уже четвертый пошел шприцик. Чувствую, будут засраны штаны. Ну, пропитает уже стопудов все. О, все, полезло. Теперь сюда, ребят. В эту сторону, вот этот в угол. Вот этот. Вот тут, вот, как всегда, вот этот, вот те углы. О, все. Порядок. И вот это теперь чем-то заткнуть. Листой полезно. Листой потекло. Гляньте, ребят. Покажи. Листой потекло. Но мы сейчас туда тоже вставим. Хотя, наверное, не надо. Действительно, сосед правду говорит. Еще как делали. Я тряпочкой заткнул. А они как делали. И в короба, и сюда. Резинки, я слышал. Вот брали резинку стирательную. Вставляли в такие места. Вырезали по размеру. И катались. И оно там в двери туда-сюда тормозит, разгоняется. Пару дней по жаре покатался. И оно въедается там так, что вообще порядок. Двери никогда не гниют. Рыжики уже под силиконом точно не пойдут. Так оно и вверх пропитывает, лезет, да? Да, сосед говорит, да. У него вот так залезло 4 метра в высоту. По дому пошло на второй этаж. А начиналось все с коробов машины. Ну что? Вот все 4 двери вот так вот сделаны, тряпочками заткнуты. И получается, даже через тряпки негрол капать умудряется, течь. Вот, вот так вот тут 4 двери сделал. Здесь тоже, видите. Ну что, ребятки, вот так простояла ночь машина. Как вы видите, сколько накапало. Там и там есть потеки, капли. Тоже имеются. Да, Зевс. И потеки, и капли. Вот видно по порогам. Немного потекло. Видите, ребят. Надо будет все повытирать. Вооружился я тряпочкой. И погнали. Ребят, в общем, я показал вам, как обрабатываю я автомобиль. Решил попробовать новую систему. До этого я обрабатывал негролом с пушечным салом, сваренным под давлением горячим, заливал двери. Вот. И второй вариант был, это готовой мовилькой обрабатывал. Но посоветовал мне сосед, говорит, попробую так вот просто чисто негролом. Я вам должен сказать, что эту процедуру лучше всего делать, когда на улице максимально жарко, чтобы потом у вас не вытекало. После чего я все это дело повытирал, как раз в жаркий денечек и делал, повытирал все тряпочкой. Можно также чем-то еще вытереть все это дело, чтобы оно жирные пятна не оставляло. Хорошо оно проникает во все щели. И поставил обратно заглушечки.
Теперь вода, которая будет по стеклу стекать через уплотнитель в сами, собственно говоря, двери, а это больное место в Фордах Фьюжинах, именно двери, это все, кто подбирали, автоподборщики знают эту тему. Вот. Получается, что вода будет попадать на негровно масло, и таким образом сами вот эти вот кармашки, там уже все это пропиталось негролом, он въедливый, понимаете? Вода, влага не будет попадать, потому что негрол он сам по себе жирный, он будет отталкивать воду. Всех обнял, ребятки, до хруста. Катайтесь, не ломайтесь. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.